Итак, вот решил сделать тоже небольшой такой формат, куда я сходил, зачем я сходил и что из этого получилось. Так вот, на днях сходил я на лекцию Питера Осборна, которая называлась «Я, ты, мы, оно. Трансиндивидуальность как субъект современности». Что я из этого вынес? На самом деле, ходил я достаточно неподготовленный, то есть это был чисто такой эксперимент, потому что конкретно с его философией до этого времени я знаком не был, то есть я ознакомился уже постфактум. Мне было интересно реально посмотреть, что же мне сейчас расскажут, как новому фактически слушателю, зрителю и так далее. То есть вот я был абсолютно, что называется, не готов. А что касается того, что я услышал, ну, естественно, у меня есть свой философский бэкграунд, который не отменяет остальное. Вот я могу поделиться просто своими субъективными ощущениями. Если вдруг кто-то из вас был, тоже пишите что в комментариях, что вы думаете по поводу этой лекции, а я выскажу свое мнение. Так вот, по каким-то формальным признакам эта лекция прошла достаточно неудачно. Вот какие наблюдения по, опять же, формальным признакам я пронаблюдал. Первое, это то, что уже к середине лекции оттуда начали сбегать люди. То есть через минут 40 они оттуда начали вот прям уже уходить, сдавать и так далее. К концу лекции осталось очень мало людей. И, опять же, по тому же самому формальному принципу, это на самом деле очень плохо. Потому что я считаю, что и на такие мероприятия обычно ходит элита, в принципе, интеллектуальная в том числе, которая заинтересована в том, чтобы спросить. Когда сказали, что вопросы есть, вот вопросов, как-то вот сразу после окончания лекции ни у кого не осталось. Вот, ну, то есть их и не было. Да? Чтобы оставаться, они для этого должны быть. Их на самом деле просто не было. Это для лектора очень такой... то есть там был потом вопрос, естественно, у модератора этой встречи. Вот, может быть, кстати, после вопроса модератора там возникли какие-то вопросы, но на эту часть я уже не остался. Что касается самой лекции, внутреннего его содержания, можно, наверное, выделить одним словом, потому что я потом уже, как я сказал, постфактум ознакомился с его творчеством. И действительно, у него есть свои какие-то, скажем так, суждения интересные. Но вот то, что он представлял там, это на самом деле был всего лишь такой хороший пересказ Бенвениста, соответственно, и его общей лингвистики. Потому что, да, если там просмотреть слайды, которые он вставлял, они, соответственно, очень соотносятся с этим самим текстом, который был оттуда. Так вот, что касается, вот как я эту лекцию увидел, это следующая деталь. То есть это было какое-то жонглирование смыслами, просто ради жонглирования смыслов. То есть, на самом деле, я вам могу рассказать страшную тайну, что философы вот, могут сказать, что философы ничего не производят. Вот ничего подобного. На самом деле, философы, хотят они того или нет, они производят концепты. Поэтому вот мне очень кажется, что когда философ приходит на такую лекцию, тем более, он должен представлять концепт. Он должен представлять результаты своей работы. Здесь же представилось, да, концепт – это нечто завершенное. И я все время до конца этой лекции ожидал, что а вот сейчас меня куда-то повернут, сейчас меня куда-то уведут в сторону, потому что именно для этого философия нужна. Не для того, чтобы вот сидеть на каком-то одном месте, в своей позиции, где все было хорошо. Нет, философия должна разворачивать, философия должна приводить сознание в некоторое, возможно, и непонимание чего-то. А здесь все было настолько, в этом смысле, ясно, понятно, чисто, что было достаточно скучно. И в какой-то момент, то есть я ждал вот этого вот момента, когда он настанет, этот момент не настал. То есть лекция как-то вот, она текла, и вот она спокойно так, и она как-то закончилась. И то есть вот в любой момент можно было как-то подсоединиться, подключиться, уйти оттуда, и от этого бы ничего не повлиялось. Вот это вот на самом деле, но все равно на какие-то мысли оно меня навело. То есть вот что там было, я вам попытаюсь, может быть, озвучить. Опять же, это в моей интерпретации. Некоторые. Может быть, она неправильная. Я не претендую ни в коем случае на истину в последней инстанции.
Так вот, одно из своих каких-то начал в этих текстах, он начинает с того, что он, в принципе, начал с проблемы гендерного права и их соотношением с местоимением. То есть, естественно, если мы говорим о субъекте, да, то мы не можем не говорить о тех, скажем так, аспектах, которые, гендерных аспектах, которые освещают местоимение. Так вот, он произнес какую-то очень странную фразу, которая мне не показалась какой-то проверенной, потому что я даже попытался уточнить потом у друзей моих, которые занимаются средневековыми языками, средневековым конкретно немецким, то он сказал, что современный язык, он тянется к тому, чтобы вот освободиться от этих вот гендерных каких-то стереотипов относительно языка, да, чтобы стал к гендеру язык стал более нейтральным, как грамматика к общеевропейской, западноевропейской грамматике до середины 17 века. И вот этих вот якобы история гендерного места в, условно назовем так, в местоимениях ее не было. Так вот, эта фраза звучит очень странно. Причем он сам не ссылается ни на какие исследования. И он как-то вот эту вот тему очень замял, что очень странно, потому что на самом деле даже относительно славянских, например, языков, да, в которых вот местоимения, они влияют на глаголы очень сильно, да, потому что если девушка говорит «я пошла», сразу меняется окончание. А если мужчина говорит «да, я пошел», то окончание, ну, вот оно также меняется. То есть мы сразу по глаголу «пошел» или «пошла» можем определить род. А в английском, в английских языках они уже более нейтральны, да, потому что вот у нас есть глаголы и так далее. Вот что он хотел сказать этим, это на самом деле тоже, что якобы язык пытается освободиться от каких-то гендерных стереотипов. Но вот это мне кажется крайне странным, потому что я, с одной стороны, понимаю тенденцию к некоторому такому созданию толерантного пространства, но при этом, при всем, вот надо учитывать, что мне не хватило еще, если он является философом, то он должен был обратить внимание не только на европейские языки, потому что, понятно, с одной стороны, он зациклен действительно на европейских языках, и он приводит примеры из европейских языков. Так вот, я могу рассказать из своего опыта относительно других языков, относительно восточных языков. Во-первых, это японский. Вот в японском существуют чисто гендерно-нейтральные понятия. Чисто гендерно-нейтральные местоимение, да, скажем так, это оно хито или оно кота. То есть, если, например, в русском языке у нас есть он, она, оно, то, соответственно, в японском они тоже есть. Там с местоимениями в японском языке еще все гораздо хуже. Но при этом там есть и гендерно-нейтральное выражение. Да, такие как вот оно кота, оно хито. То есть это фактически выражение, которое говорит этот человек или тот человек, да, потому что если речь заходит о некотором, да, сам, мы же все знаем, да, вот, например, господин Сато или госпожа Сато, вот это вот будет, оно звучать будет одинаково. И чтобы не попасть в какую-то дурную ситуацию, то японцы и вот придумали вот это вот общее оно кота, оно кито. Оно хито, оно кота, прошу прощения. И здесь получается еще и следующий момент, который он обозначил и так далее. То есть если он разбирает и местоимения, естественно, как они соотносятся в языке, он начинает разбирать и понятие трансиндивидуальности. То есть это тоже очень важно. Но что меня больше заинтересовало и что больше, да, там трансиндивидуальность как субъект современности. Вот он начинает разбирать вообще понятие современности. То есть он разбирает и говорит о том, что у нас есть понятие модерн, да, как вот его переводили там как нововременное, и современное, contemporary. Вот в этом случае и в том, и в другом происходит следующее, что он не зацикливается на вот этих вот, да, автор этой лекции, Питер Осборн,
он не зацикливается на какой-то одной, скажем так, концепции. То есть он не представляет какую-то свою антологию. Возможно, здесь не хватало моего какого-то бэкграунда, но как человек именно со стороны, просто пришедший, и которому было интересно это послушать, который был заинтересован в получении какого-то нового знания. Вот, возможно, мне этого не хватало. С другой стороны, мне хотелось бы, да, что он вроде бы эти понятия разбирал, но мне хотелось тогда услышать лекцию, посвященную просто онтологии, да, каким-то онтологическим понятиям. А здесь он еще упомянул очень странную вещь, которая меня очень тоже, мягко говоря, смутила. Потому что он говорит, что вот Гегель, он призвал на лекции Гегеля, скажем так, понимать не в качестве чего-то вот абсолютного там и так далее, а просто как некоторое социальное понятие. Но вот на самом деле, когда мы говорим о Гегеле и о понятии, да, его философии духа, то мы приходим к следующему, что вот это вот понятие философия духа, оно как раз не социальное. Оно может проявляться в социальном, это безусловно, и Гегель это говорит, и он говорит и об историчности, и так далее, и тому подобное. Но от какого-то духовного плана, нематериального, закрывать это крайне нельзя было. Но при этом при всем Питер Осборн позволил себе сказать, что ну, для упрощения вот этих вот всех тем, давайте воспринимать значит, Гегеля только в социальном контексте, тогда вам все станет понятно. Вот на самом деле оно не совсем все станет понятно. И дальше он говорит, что, во-первых, он говорил тоже очень много и о, да, что, о том, что происходит с трансиндивидуальностью, о том, что такое индивидуальность, что она якобы преобразовывается, но опять же он делает упор, и мне кажется, вот в этом совершается крайняя ошибка. Он делает упор не на некоторые, скажем так, дихотомии, например, европейских, потому что я считаю, как человек, который действительно учит языки, что есть некоторое, можно создать некоторое общее поле, например, на дихотомии европейских и восточных языков. Но когда человек упирается только, соответственно, в европейские языки, причем обобщает их крайне вот таким вот грубым способом, вот мне кажется, в этом кроется очень большая опасность, потому что сам философ в этот момент он углубляется, скажем так, в именно, если мы говорим в образах такого платоновского дискурса, то он углубляется в видение изображений, которые у нас появляются на стене. То есть мы углубляемся просто в изучение теней. Это разные подходы, и вы со мной тоже можете поспорить, потому что, я еще раз повторюсь, я сам не претендую на какую-то абсолютную истину в последней инстанции. Мне кажется, просто было бы интереснее, что он и представил бы вот эти вот понятия «я», «ты», «мы» и «оно», да, либо «они», в любом случае, потому что он и на них тоже опирается, не в контексте европейских языков. И, опять же, все европейские языки, они очень разные. Они обладают, да, у них есть какая-то общая характеристика, у них есть гендер и так далее. Кстати, то же самое, вот в азербайджанском языке, например, допустим, там, например, вот этих гендерных каких-то отличий, там вообще нет в третьем лице, что мы называем, да, то есть он, азербайджанский язык в этом плане, он абсолютно гендерно нейтрален, допустим. А японский, он наоборот, может быть настолько и гендерно, и социально показушен, что и на основании этого опыта тоже интересно, да, потому что одно местоимение «я» в японском языке я могу выразить только десятью различными, например, словами. Вот, это то, что это будет зависеть, например, от моего, да, возраста, статуса, социального положения, от того, в какой момент эпохи я нахожусь, ну и так далее. И, соответственно, вот в лекции Питера Осборна, к сожалению, я не увидел и не открыл для себя ничего нового.
То есть, да, я какие-то вещи осознал в плане того, что а я бы сделал по-другому, а я бы вот это сделал вот так. Поэтому о том, что эта лекция была абсолютно для меня бесполезной, а я не могу сказать. Но вот в плане информативности, потому что ничего нового он, к сожалению, не представляет. То есть я думал, что, опять же, да, как разрушаются наши мечты. Потому что мы в голове строим, естественно, какие-то иллюзии, какие-то надежды, ожидания и так далее. Вот в момент, когда, соответственно, лекция вся состоялась, мои иллюзии на этот счет, они были, мягко говоря, разрушены. Но они дали какой-то новый опыт, поэтому я всегда призываю всех ходить на все лекции, узнавать что-то новое. И постараюсь вот тоже такие обзоры, может быть, вы тоже пишите в комментариях, нужны ли такие обзоры или нет, но я постараюсь тоже их делать, если такой формат понравится. Спасибо, до новых встреч.